Это не совсем обычная и привычная фотография. Мир меняется, в нем появляются новые формы выражения. Многие работы воспринимаются листами художественной графики. Елена Захцер использует современные технологии для трансформации привычного. На выставке разные направления, приемы и стилистические решения, в которых работает автор. Представлено более 70 произведений, ретроспектива творчества художницы. Многие из них покоряли международные фотоконкурсы. Елена представила работы свои за 7 лет. Мы отобрали серии, в которых очень хорошо видна эволюция художника. От, знаете, такого импрессионизма, экспрессионизма к абстрактной фотографии. И нам кажется, что эта выставка позволяет посетителю вот такой диалог выстроить с самим собой. А что можно считать фотографией? Москвичка Елена Захцер родилась во Владивостоке, но в раннем возрасте ее увезли с Дальнего Востока. Отец был военным. Она закончила ВГИК по классу фото и арт-фото. Живет и работает в Москве. Экспериментирует с обработкой фотографий, работает поверх отпечатанного снимка пастелью, использует различные фактурные материалы, на которые наносится фотоизображение, в том числе и такой непривычный для фотографий материал, как войлок. Привязка ко смыслу, сути изображения, передача внутренней составляющей для меня обязательны. Я кинестетик, поэтому постоянно экспериментирую со способами и средствами как фотографическими, так и технологическими воспроизведений фактуры. Ее интересует свет, лаконичность форм. Изображение не имеет привязки к определенному времени или политическому строю, а не о вечном, о красоте, что не мешает им отражать мир, охваченный информационно-техногенными процессами, и менять привычное понимание фотографии как таковой. Автор представляет многообразие доступных сегодня печатных материалов, выбор которых определяет как содержание, так и восприятие зафиксированного момента. Нам очень хотелось, чтобы эта выставка на самом деле становилась пространством, в котором идет разговор про разные стили, про разные направления, про разные подходы, творческие манеры и про развлечения. Собственно, что такое сегодняшнее визуальное искусство, что такое сегодняшняя фотография и как в современном пространстве визуальной культуры выглядит художественная фотография. Одним из разделов выставки является уникальный авторский проект трансформации «Читая музыку». Фотоработы доступны для восприятия слепыми и слабовидящими. Это портреты известных дирижеров в окружении нот и музыкальных образов. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.